А кузнец? Пойдем за кузнецом. Блин, почему лошадка не хилится, не понимаю. Или ей не нужно хилиться. Так, кузнец у нас здесь обитает, проклятая деревня. Так. А сайт с ними, я, в принципе, помню. Так, мне нужно, наверное, ауешный сетап, потому что много всяких штук противных будет. Так, плюс... Эй. Проклятый кузнец Сирил. Так, а нам кровь еще, кстати, нужна. Когда эти жабку хотя бы зажрём, что там не у кого будет кровь сосать. Зажрём лягушечку. Так, а 67 уровня мы, а босс какого? Босс 68, окей, на один уровень нас слышим. Ничего страшного. Так, чел увидел? Видел. Успел ударить. Лошадку за что, тварь? Так, эти штуки здесь также можно подобывать, да? Ну, наверное, пока... А, ну, сейчас ночь уже будет. Надо, наверное, на самом деле, почистить территорию лучше от врагов. Не добывать ничего. Что-то тут до хера, кстати. Что-то еще эта толпа тут ходит. Из домика чел сагрили. А-а-а. Я видел их через сквозь стенку, что они там есть. Значит, щит, наверное, поставит. Повернулся. Это он в другую сторону решил прыгнуть. Все, все готово. Я выжил еще. Вернул меня. Отхилимся. Ой, капец, тут народу до хера. Кузнец у нас там, по идее, стоит. Ничего не менялось. А, в смысле достал что? Нормально тебе раньше такой? Не, последний был перебор. То есть он дарил в миле, а меня, блин, за километр достало. Так, блин, вот эти, конечно, никогда не должны помешать, на всякий случай. А, это не он. И ладно. Он долбанул. Эй. Да, кровь, конечно, она уходит только так. Восстанавливать ее здесь не получается. Так, чё, босс? Поехали тренить босса. На чем он делает? This is so tiring. Вызывает пушечки всякие. Что-то делать умеет. Как это достал? Достал. Нет смысла убить оружием.
Я помню, раньше просто бегал от них. Тише, не кажется, твари брашные. Йо. Раньше всего, по-моему, это хапья, кстати, и плакала. Что, я же мимо проходил. И ладно. Короче, я думаю, тут лучше зафокусить просто. То, что пушки фокусить, ну это прям бред. Let me hammer out the kinks. I can create and destroy. You need a lot of work. Ну, конечно. А, да, 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 я сзади тебя стою. Пойди по мне, конечно. О, конечно, в меня там иллюзия стоит, если что. Ты в меня кидаешь, понимаю. Join the eternal battle. А, накрутиться должен или что-то такое делать, я помню. With me, just a bit. Ты там вышел. Раз все заигнорил. Раз все заигнорил и бегал туда-сюда. Ну, первый раз я по такой же стратке его убивал. То есть пушки с одной стороны много, я бегу на другую. О, ачивочки. Победи проклятого кузнеца на жестокой сложности. Сюда. Ачивочка, так, что там, копье? Ну, хотя бы не коса, ладно, уже лучше. Хотя бы не коса, хотя это, по-моему, третье или четвертое копье. Ну, в общем, не знаю. Ну, босс призывает кучу всяких пушек, просто убегать от них. Что, ну, по ним прям тяжело попадать. Ну, они, у них маленький хитбокс, у самих у них огромный при этом хитбокс. То есть они по нам хорошо попадают, мы по ним хрен попадаем.
Не знаю. Сам босс особо ничего не делает. То есть он прыгает, это уешки всегда будут. Короче, у него одни уешки, либо на призыв, либо на какой-то прыжок. С шарики призывать от шариков просто уклоняемся. Это уешка, всех отходим. А когда он не уешки, мы его дамажим. Рывок вперед у него есть, чуть-чуть от него отойти. Дамажить какими-то орбами, какими-то уешками, которые дамажат. Нет, на плечи ешку еще давал, юшку было тяжело дать, потому что можно было в шарики улететь. И просто кайтить его с одной стороны, на другую. Места тут много. Главное всех убить заранее. Кстати, мне чел что-то здесь ходит, куда он взялся. А главное, во время файта никого не было. И дня, кстати, во время файта тоже не было. Ой, как здесь посветлело резко. А, у нас кровавая луна была. Пробить, кстати, она нам помогла убить босса. Я бы не сказал. Как бы когда он дэшится назад, это значит, он копье будет вперед кидать. А, кстати, с него копье, блин, не должно было выпить, да? То есть у нас оно уже давно, очень давно, причем есть, да? Вот это его копье. Также можно откидываться и пулять его. Раньше, по-моему, кстати, только назад можно было откидываться. Не помню, чтобы можно было выбирать направление. Сейчас можно даже пулять вот влево вверх. Опять копьем довольно прикольное. Но орба хаос все равно сильнее. Ту с него дали. Так, давайте про самого босса. Проклятый кузнец Сирил. Обреченный на вечную жизнь и служение культу проклятых, Сирил не может похвастаться рвением к исполнению своих обязанностей. Но поскольку его продали культу еще до рождения, другой жизни он не знает. Хоть он и смирился с судьбой, ему все же доставляет небольшое удовольствие отыгрываться на других за свои страдания. И что тут за штуки? А вот и улучшенная печь, кстати, а как я ее не заметил? Радиевый сплав. Ну, кстати, можно сделать. Можно сделать. Так, и все. Третий акт у нас завершен. Давайте. Блять, кто вы? Куда? Что это такое? А, они не отталкиваются, понимаю. Отталкивается, в общем, первый раз не столкнулись. Да, до этого. Эй, давайте вернемся. Так, а мне есть что вообще возвращать? Можно если скинуть нахер. Один кусок железа. Блин, 18 этих, ладно. Ради 18 штук. Можно под ускорением вернуться. Так, где моя коняшка? Это, кстати, нет, ладно, давайте все залутаем здесь. Просто так, чтобы здесь не ходить. А, так, раз и два. Попустим, кристальчики заберем себе на базу. Печку, ну там горит шикарно. Огоньком красивым. А? Что? Кого? Ауч. Да что? Стало вылезло банши внезапно. Так, домики в домиках. Ой, в домиках куча народу. Ой, зашли в ту дверь. Теряет нас, потом кидает нас штуку, но как-то слишком поздно ее кидает, не успевает, чтобы на нас долетела она. Эфир был? Так, кровь кончается. Кровь восполним. Кончалась. Свиточка, нам уже не нужны свиточки, нам уже нужны схемы. И здесь схемы также легко формятся, как и свитки с бумагой. Я бумагу овер сильно фармится. Ну, бумага, потому что нужна как бы на следующий тир, да? Так,
целом свитки. Я ничего одного выделил. Вы забрали выделить, да? Сейв, блин, кристалл. Ладно, не можете сидеть себе кристалл, потому что я их ломаю. Согласен. Так, юшка, когда почему-то они вместе с этой гневно. Кстати, а если прилететь под всеми этими штуками? Неплохо. Какой-то дэмэдж наносит. Вот топоров, блин, имба в том, что он не дополнительно себя ускорение еще получает, да? Их крутость в этом. Вернули. Много потеряли. Можно, кстати, чтобы не хилиться. Так, можно так хилиться. Ой, еще народ. Здравствуйте. Не попал хилить. У меня девушка не жмёт несколько раз на зал. Да, макс хп. Да блин. До максимум отхилились. А, нет, тут еще домик. Еще последний. А, тут еще куча народу. А, нет, попал путами. Нет, что промазали. Так же плохо. Тяжело, блин, эта штука на самом деле подобрать. Так, забираем все отсюда. А что с них по две сферы выпал, что? Алява. Да, брзинские панши, чё-то. Окей, не надо. Лазили, блин. Так. И моя лошадка. Лошадка там. Ну, блин, лошадка прям все раненая. Так, нам вот сюда.
И уезжаем отсюда. Блин, а лошадку можно как-то похилить? Она не хилится сама. Что она на базе настояла, не отхилила. Здесь она стоит, не отхиливается. Она вообще не хочет отхиливаться. Ее заново, что ли, надо призвать? Каких хп вернуть? Не понимаю. Так. Давайте посмотрим, что нам босс дропнул. Лутик новый. Во-первых, крафт слитков темного серебра, но для этого нам нужна серебряная руда, которой у нас пока нету. Ульту он нам открыл, каменного голема, но это такой спектральный защитник. Сколько он дает, защищает союзников области, щитом на 125%, ваша сила магии, накладывает слабость на врагов. Раз штукает врагов, мощный удар, наносит 100% магического урона, щит накладывает повторно каждые 1,5 секунды. Круг действия 7 секунд. Ну, танковать какие-то обилки. Может быть, кстати, Октавиана обилку можно не танковать этой хрени. Хотя я, по-моему, пробовал, такое себе получилось. Так. Наковальня. А, вот, где призрачный прах, на новую наковальню нужен. А новая наковальня — это все. Это наша новая наковальня, то есть полноценная. Сильные доски 12, эссенции первородной крови. Призрачный прах. Пойдемте призрачный прах тогда накрафтим. Скрафтим эту штучку просто так, пускай будет. 24, 12 сильных досок. Блин, сильные доски. Так, не здесь. Надо железо взять. У сильных досок явно. Железо имеется. Пусть нас там немного еще покрафтилось. Так. Сильные доски давайте. Давайте 125, пускай будет. Сортировочку тут какую-то тоже иметь. Так, много железа, сколько там, 3 надо? Ну давайте по 18, что ли, пускай сделается, потому что, ну блин, много где эти доски нужны нам периодически. Пускай сделается больше, так уж и быть. Так, эта штука делается вот здесь вот, из кристалликов, которые мы много насобирали. И камни плети. Один к одному. Один к четырем даже. Окей. А нам надо было 24. То есть по 6 штук, да? Нормально. Давайте 1, 2, 3, 4, например. Камни плети возьмем. Давайте 12. Ладно, побольше сделаем на будущее. Камни плети пока не в дефиците. Это все. Да. Итак, пускай делается. Пыльцу нам, кстати, сделали. Давайте заберем ее. Вместе с травой на эту, на переработку в какой-то там станок. 1900, ладно. Блин, это красиво, 1000. Так, где-то здесь, наверное. А, пыльца, да, грубые нити. А мне надо столько грубых нитей? Здесь немного сделать, мне не так много пыльцы. А, пыльца, погодите, как-то перевыразделена, по-моему, была. Да, да, да. Надо нормально поделить. Полам. Все, пускай делается грубая нить. А дальше, 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 дальше. Что дальше? А, первородная эссенция. А спидею, да, много здесь должно быть накрафтиться. Давайте сразу даже две первые. А, блин, сердца надо принести. Блин, столько сердец он скапливается. Просто так. Кладу постоянно в сундук, их надо на самом деле перетащить отсюда. Про эти сердца. Ладно, хоть сколько-то себе оставим. Эти пока у нас мало. Праздненьких только с двух боссов, видимо, выпали, да? Так, пускай сначала сейчас первородный накрафтит, чтобы рецепт не сбивать. Так, чуть-чуть себе надо отсыпать, на самом деле, сердец этих. Так, получается, из мелких будет кровь делаться, из крови будем делать вот эту штуку, из этих сердец будет это 3 к 1. Ладно, 9 штук получится, нормально. А эти сердца, ну а где они еще? Они вроде больше нигде не нужны. Так, небольшую сделал, все, пускай это делает. Так, это забираем. Можно, на самом деле, еще на будущее сразу же, пускай 2 сделает. Уверен, нам они пригодятся. Крафт с ним 100% будет. Так. Производство, обработка. Где эта крутая наковальня? Состакалась с кузницей, что ли, да?
А где обычная кузница? Ничего не вижу. А, вот эта штука тут здесь новая, не кузница. Каменблок, радиовисплав. Может быть, и радиовисплав нам, кстати, можем, да, сделать. Сейчас по радио. Металлолом, серы нету. Штук нету. А, стекло закончилось, блин. Не, надо идти за стеклом, надо, надо. Стекла прям вообще нету. Катастрофа со стеклом произошла у нас. Потом сейчас ходим, наверное, за стеклом. Так, призрачный порах, усиленный доск. Что там по усиленным доскам? Мне кажется, мы, кстати, мало добавили железа. Нормально, сейчас еще две появятся. Блин, мы как будто бы ровно. Чтобы хватило. Да, да, один к одному и хватит. Ой, так, вот что, уже все готово? О, 24. Идеально. Так, 24, еще 4 усиленные доски. Сможем новую наковальню сделать. О, да. Ну, правда, сделать мы в этой наковальне ничего не сможем. Но хотя бы посмотрим на новые рецептики. Там, очевидно, серебряная руда нужна. Мы, наверное, следующий урок как раз с добычи серебряной руды и начнем. Где-то здесь у нас серебряный рудник. Да, вот здесь у нас и босс, и серебряный рудник. Надо будет сюда с первым делом пойти. Но телепорт здесь уже, кстати, открыт. Это мы, когда северный глумрот пробегали, искали здесь проход. Этот пещерный ход, его здесь не оказалось. Возвращались вот здесь вот как раз таки. Было дело. Так, это high level lock. Точнее, 83-го. Шкура летучей мыши? Шкурка? Ага. Кровавый кристалл. Интересно. Здесь ничего интересного. Но здесь еще боссы, кстати, остались. Мы проклятый лес как бы прошли, но в проклятом лесу еще ткачиха осталась точно. Бахамут остался точно. И вроде бы все, да? Стикс еще должен раньше был быть здесь. Но его, я так понял, перенесли сюда. Потому что мы его здесь видели, да? Здесь вот еще у нас новый босс где-то тут, по-моему, да? Валенсию видели некую. Вот в этом месте, по-моему, она как раз тусила. А здесь мы, кстати, не были, да? Вот в этом не были, вот... А, нет, в этом были. Если в этом только не были, надо было будет сходить сюда, может быть, там что-нибудь тоже интересное. Так, а что у нас нашествие? О, у нас наш портал через 30 минут. Ну, мне кажется, уже нет смысла их фармить, потому что нам тигийские осколки как будто бы уже абсолютно не нужны, не на что их тратить. Так. Наковальня. Так, давайте пока просто построим. Да, вот они, наши новые пушечки. Меч, коса, булава, копье, коса, точнее, этот... Клинки, арбалет, лук, двуручник, пистолет, плеч. Чего-то не хватает, как будто бы раз, два, три, четыре, пять. 11 пушек? Ну ладно, пускай будет 11. А крафте, да, слиток темного серебра, усиленная доска, эссенция первородной крови, блин. Ну, как знал, что первородная кровь появится, понадобится. Но что-то вот я не понимаю, у нас пушка 20 уровня. Это 23-го. А что значит, мы можем усилить наши штуки? Здесь вот мы можем, например, положить для усиления. Нам требуется из темного серебра штука, да? Как это будет работать, не понимаю. Это мы что, усилим нашу штуку? Или мы просто... Короче, надо вот скрафтить хотя бы одну такую пушечку, посмотреть, что будет совместить с этой. Так, кстати, сердца плохо вытащили. Много осталось, надо убрать лишние. Как делаются? Так, давайте наковальню нормально поставим. Это, наверное, наковальня будет в углу стоять, хотя она в угол не лезет. Ой, куда бы тебя засунуть? Никуда она не лезет. Блин, проблема в том, что такая боковая. Я как будто бы 100% нужно в угол засовывать, но таких углов нету. Наверное, пускай здесь стоит, как бы за печки забежать сможем. Что с нами не случится. Так, слитки темного серебра у нас... нам нужна усиленная печка, я так понимаю, там будет все это делаться. Блин, я хочу теперь тогда усиленную печку. Нужно стекло, ладно, хочу печку, нужно стекло. Пойдемте за стеклом. Стекло кончилось. Так, у нас ночь наступила, надо быстрее идти. Пока ночь, плюс у нас лошадка под бафом. Должна быстрее идти. А баф есть. Срочно идем за стеклом. Стекло у нас добывается вот в этой локации. Давайте отсюда, наверное, ближе всего. Так,
Поехали. Под ускорением. Несемся прям очень быстрым. Так, челы. Не хватит быть хай-левельными. Так, выкладываешь пушечку из инвентаря, и по тебе больше урона прилетает, если что-то прилетает. Жизнь там челов сагрилась. Так, не только спросить, чуваки. Ну куда по лошадке опять стрелять, не понял. Давайте сейчас от этих челов убавимся. Для нас low level. Так, мне, кстати, крови мало, надо будет сожрать. Например, тебя, чертов лучник. Блин, хочется и боевые обилки оставить, но хочется перейти на скорость добычи. My blood restore my body. Так, надо добывать кварц. Блин, кварц еще переплавить надо будет. Итак. Здесь у нас босс. Он тут с боссом. Наверное, я не буду по домикам шарахаться. Только с наружней кавард добудем и все. Хватит. Эти кровь рабочего бы выпить. Я бы хоть какого-то... У нас вообще сумочка дает, да, забор ресурсов. Блин, у меня вообще есть хороший рабочий, я не знаю, что я его пожать, ничего не выпил. Блин, вернулся на базу, может быть, видите. Это же там 100% почти, ну 90%, ладно. Ладно, погнали, да. Надо просто сразу так было делать. Давайте пока далеко не ушли. Давай-давай, кушай свою рыбу. Быстрее. Все. Зельку. Все, 90% кровь. Берем. Быстрее возвращаемся. Если не потеряем эту кровь, то можем еще и на этого потратить. Реально на добычу серебряной руды. Это вообще неплохо. Прям даже очень хорошо. Не, слушайте, зелье... Ой, ускорение прям на лошади прям очень нравится. И мы сейчас еще быстрее из-за того, что... А, да, а нет. Кстати, погодите, еще не быстрее. Кровь не выпили, давайте выпьем кровь. Скорость галопа лошади еще 10%. Вот теперь еще быстрее будем ехать. Если была 100% кровь, то вы прям нереально быстро и катались. Капец. Ладно. Итак, в принципе, достаточно быстро. Жесть. А главное, не выпить другую кровь. Случайно. Не, кстати, разница чувствуется. Погодите. Ведь я фул руду зафармил с одного и прокаста, да? Вообще-то вот это... Да, слушайте, разница огромная. Прям колоссальная. Это прям очень решает перебор ресурсов. Я же до этого не... Что, блядь? Это какой-то перебор, по-моему. Как-то, как настолько быстро? Это, мне кажется, сломанная была. Не могу так настолько быстро. Сейчас одного этого... Нет, вот, не собрал, да? С одного проказа практически хватает фул собрать. Не, там какая-то ранена была, либо не фуловая. Это вообще прям какой-то... Это жесть была бы в таком случае.
А, там просто, скорее всего, маленькая она была. Что мы поэтому ее сломали сразу же. Так. Как же она отлетает от руда? Срочно в серебряную шахту с таким, с какой скоростью ехать. Так, это что за место? Выход, да? Тут вроде бы уже больше ничего нету. И возвращаемся, лошадка. Давай теперь призовем ее, может она похилится хотя бы. Все, фулл хп, да, перепризов, короче, похилить лошадку. Так, ну, получается, возвращаемся на своей бешеной скорости. От кучи ускорения. Не, ладно, скорость прям лютая. Окей. Жесть. Это скорость. Поворачивать бы успевать. Такой скорости. Я, кстати, ни разу лошадь так сильно не разгонял. Я зельку не юзал. Ой, поворачивать очень тяжело. А, блин. Можно это другой маршрут построить? Значит, я поворотом промазал. О, здесь поплавнее. Поворот, заходим. Надо же по правильным траекториям в повороты заходить с такой скоростью. Значит, все будем пропускать. Блин, реально какие-то это автогонки пошли. Чисто по карте, по траектории смотрим, куда ехать. Так, ну ладно, здесь я уже ориентируюсь. Блин, кайф, скорость прям ультра кайф. Может, всегда на такое кататься? Здесь руду пропускаем, не знаю, нет смысла ее забирать было. Так, давай, все, успокоимся. Обычной скорости поехали. Обычная скорость не ускоряется, да, только этот галоп. Мощным. Скорость галопа 10-20%. Ну, где-то 16, наверное, ускорение дал, примерно, да? 90% крови. Блин, ну 100% было бы прям очень шикарно получить.